еще совсем недавно я был обычным студентом. И не хватало звезд с неба. Ее звали Настя. Она училась на моем курсе. И у меня не было никаких шансов. Тогда папа подарил мне машину. И шансов стало еще меньше. Конечно, не новая, но подправить, покрасить, и будет то, что надо. Ты такой шустрый, а? Как шайтан. До встречи. Пап, не лезь. В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано? Предположения отказываются строить даже специалисты. Жизнь такая, мир нельзя изменить. А ты пробовал? Мне нужна эта машина. Найти ее, Боря. Мужчина! Идем теперь за папу будешь. Всем помогать. Мы должны создать современный вооруженный аналог черной молнии. Это же миллионы жизней. Thank you.